Пусть первый какую цифру напишет, за того я буду играть, давайте. Давайте. Смотрим на чат. Я тоже чат открою. Так. А может быть они и нам выберут эту команду? Да и не знаю. Да мы сами-то. Да мы сами. Это для меня, потому что я могу узнать, потому что я делаю. 22. Сашуль. 22. О, слушай, Григорий скоро договорился. Твой друг. Нет, пусть другой будет. Ну мне все равно, вот пишут. Вот 13. 17, давай. Вы не верите 22, да? Блин, а вдруг хороший жребий? А вдруг 13 плохо? Давай 13. Сейчас, ладно. И это... Голландия! Да ёлка! Ну, это уже хорошо, ну правда группа у тебя сильная. Ну да, глупосмертие там. Это очень сильное, может даже отказаться, я прям не знаю. Я же не выйду из такой группы даже, Голландии, блин. Ну подожди, а сейчас Англия, если так посмотреть, не очень сильная команда. И Бельгия, ну тоже без крайних защитников. Голландия самая сбалансированная из них. Так что, если ты... Ну если ты будешь играть как Газовиком и Боярами, то ты, конечно, не выйдешь. Уволят до конца Евро. Сковорода, извини, наш план не прокатил. 22. Ладно, сейчас у меня прокатит, 22. Не, ну мы же реально не знаем, вдруг он говно какое-то. Давай, 22, там будет моя команда. Давай, открывай. Кошмар! Словакия! Ну там правда группа вообще ужасная. Ну вернее... так, красавчик, наш план прокатил. Нормально, ну у меня будет вторая попытка, если что, я откажусь от этого. Давай, моя любимая цифра 7, я выбираю 7. Так, у Лёхи номер 7. И это... Турция. Ну там, в принципе, Чалханоглу. Знаете что, у меня-то хороший жребий. Так, кто у нас тут? У меня в России в моей группе. Россия, Франция, Чехия, Ну, в принципе, там Турция на второе место идет. Словакия, Дания, Австрия, Шотландия. Очень равная группа, тут можно побороться. Давайте, решайте, вы оставляете свои выборы или еще? Не, ну, я, наверное, должен показать, какие плохие тренеры были у голландцев и... Какой хороший я. Значит, ты оставляешь Голландию. Сашуль, принимай цену. Я меняю. Я пятую команду выбираю. Так. Пятая команда это... Бельгия. Мы с тобой сразимся, понимаешь? Бельгия. Без соседников. И мы еще в одной группе, ты представляешь? Я тоже меняю, может мне сейчас Англию пройти. Англия и Уэльс, боже мой. Смейс, Лёхи, выпадет и все, понимаешь? Анальная кара начнется, бэйл покалечится и все. Давайте я отменяю, у меня будет... Ужас какой, да? 4, 5, 6, 7, 8... Давай девятую. Девятая, я... Уэльс, давай, Уэльс. Аааа! Пусть с цыганами там играть! У тебя Еременко будет, Братенберг. Вот это жесть, люди. Ну это Питер, давай показывай все команды. Это турнир мечты прям какой-то. Фин. Понятно. Так, извините. Я, кстати, 10-ю хотел взять, отвечаю, это Уэльс. Это был Уэльс. России 15. Я думал, между 10 и 9. Я сначала 10 думал, но потом что-то, блин, переклинил и говорю, давай 9. А смотрите, 11, 12, вот. Эх. Ну ладно, Бельгия лучше, чем Словакия. Хорошо. Так. Закрываем. FM врубаем. О боже, ладно, я беру финнов. У тебя нету выбора. Яри Литман не набери, он еще в базе игроков числится, знаешь, 50 лет там. Вот это красавца, да. Так, я, в принципе, создал сейф, все, у меня тут я за финнов. Я, значит, Голландия. Так, а как мне, подожди, добавить нового менеджера, да? Так, ну все, играем. Так, подожди, я Бельгию выбираю. Далее. Ну, в принципе, я могу побороться за второе место в группе. Босния, Румыния. Есть шанс. Так, в четвертьфинал, говорят, пробиться. Ваша первая игра, товарняк с Россией, у меня сейчас будет. Да. Вот это интересно. Так, во-первых, мне интересно, какие у бельгийцев
Азард, Де Брюйна, Лукако, Компани, травмирова! Ну почему у меня центральный? Он никогда травмы не получал в Манчестер Сити, понимаешь? И тут он травмирован. А у меня Шулер травмирован, а ничего. Шулер. Ну без Шулера, знаешь, можно поиграть. Там жульничать не будет. Крайних! Крайний защитник Каванда, понимаешь? Вот, лучший мой крайний защитник. Еще и в ужасном настроении, еще и негр с макаронами. Кошмар. Вот у Бельгии это большая проблема. Это крайки. Дебок какой-то, 20-е года, крайний. Дебок еще. Я думаю, надо играть в 3 центральных. Или в 4 центральных защитника. Алдервеллер. Ну, есть, правда, Алдервеллер. Ну, хорошо. Я вообще не знаю, как играть, если честно. How are you playing FM16? Так, подожди, Паньоле. Изи. Паньоле, нет, это не то. Ну, хотя, ну, в принципе, можно, конечно, можно. Но есть Бентеки и Ари, и Лукаку. Вот, Лукаку здесь хорош. Так что... Задача минимум пробиться в полуфинал. Вот как. Что-то больно серьезная задача ставится перед этими. Ну, сейчас я посмотрю всех игроков, просто какие у меня есть. Ньяле, да, вратарь. Травмирован. Миралес, крайний игрок. Ну, знаешь, не уровень чемпионата мира, Миралес. Наингалан, неплохой центр. Ну, плюс более оборонительного плана, да, ну, может и в атаку подключаться. Но это, конечно, жесткий такой агрессивный игрок. Вот, так что это опорник такой, скорее, даже, чем центральный. Дивок Ориги, скоростной. Правда, удары не очень точные, но скоростной. Как непривычно, прям на стриме выбирает к себе команду. Надо долго мучиться. Паньоле. Паньоле. Крайний защитник, 28 лет. Так. Ну, непримечательный и тем. Вот это, конечно, главная слабость сборной Бельгии. Тилманс. Травмирован. Ему 18 лет. Перспективный, молодой. Тибо Ванакер. Опорник. Ну, это что за опорник, у которого опека 10? Это не опорник, это, знаешь, факер какой-то, а не Ванакер. Вермален. Самый титулованный игрок мира. При этом умудряющийся не выходить на площадку. Да? Так, а у нас же сейчас это, как его, да, будет выбор с игроков в сборную еще? У нас сейчас 1 мая нам посоветуют как кого-то. Потом, то есть это еще не окончательные составы, то есть мы можем еще добрать игроков. Ну как, конечно. Тогда, может быть, нам все-таки стоит продвинуться, а то мы сейчас настроим состав, а потом плавим поменяем. Так, ну, сейчас я хотя бы познакомлюсь с игроками, которые у нас есть. Вот для Лехи особенно это важно. Ты... Да я о чем мне тут знакомиться? Леха, я... ты с каких игроков знаешь из Селяни? Раз, два, три, четыре, пять, я не знаю. Пятерых. Ну, нормально. Пятерых игроков я знаю. В последнее время даже эстонцы у финнов выигрывают стабильно. Ну вот шанс. Так что у тебя очень хорошая команда. Команда у меня нормальная. Вот только мне бы найти вот этих двух игроков, которые... Ты это, расскажи, как она сыграла в отборе, кстати. Вообще, Александр Викторович может показать, как там отбор прошел. А как там отбор прошел? Как мне показать? Ну, расскажи там. Да. Таблички покажи. Подожди. Расписание, да? Ну вот у меня не написано, как отбор прошел. Так. Встречи. А вот так надо, наверное, ставить. Да, ну я всех приложил. Уэльс приложил. Не, Уэльс не приложил. Вот. И португалов не приложил. Я Андору приложил 4-0, да, чтобы вы знали. Вот, в Македонию приложил, Лукаку 10-0 сыграл, Филлини классную карточку получил, гол забил. Так, сейчас посмотрю, квалификация, да? Голландцы вышли со второго места, чехам, между прочим, уступили в группе. Кижаков! Третье место в списке бомбардиров. В списке бомбардиров в отборе, да? Уже красавчик. Красавчик, да. А Бельгия, между прочим, Уэльсу уступила в группе и вышла с третьего места через стыковые матчи. Вот так вот Бельгия.
Поэтому заменили тренера, говорит, Александр Викторович, помогите, говорит, нам. Я говорю, ну ладно, помогу, нет вопросов. Украина не попала сенсационно, потому что Македонию-то все-таки можно было, наверное, обыгрывать. Да, ну так вот Испания, конечно, у них в группе, но Македония не такой сильный соперник. Словакия прошла со второго места, Германия с первого, Шотландия, Польша. Так, Гибралтар, 39 голов пропустил, знаешь, это красавцы. Вот, Англия с первого места вышла, Эстония с Литвой мимо пролетели, Сан-Марино 29 голов, они с Гибралтаром в заочном споре. Финны со второго места прошли, тут группа была ровная, греков выбили, да, вернее, греков обошли, ну и из группы Г, Австрия, Черногория, только потом Россия, Россия с третьего места отобралась, вот. Болгары вышли с третьего места, но подожди, написано 3-2, но 4-6, то есть сборная России вышла, да, на Евро? Вышла, да, Фабио, великий тренер, так, ну они с турками, французами и чехами будут играть, ну вот такой вот отбор, да, сейчас я финнов покажу, как они там играли. Интересно команду Лехи, да, изучить, посмотреть, кем там Леха будет играть, выдающиеся финские футболисты. Да, главная команда состав. Манила, Лехтовара, слышишь, самый дорогой игрок это Роман Еревенко. Ну, можно, на этом можно заканчивать обзор сборной Финляндии. Есть еще Пахан Пало, Пахан, понимаешь, настоящий, 21 год, а уже Пахан. Вот. Леха Литманина возвращает, только он еще жив. Давай, Леха, Литманина обязательно надо, потому что иначе ты проиграешь. У тебя вот Александр Ринг, единственный известный игрок, и тот в плохом настроении. Говорит, да нафига мне эта сборная, говорит, Финляндии нужна. Вот. Так, и как сборная Финляндии прошла отбор? Сборная Финляндии прошла отбор неоднозначно. Пролетела. Она никому... Неоднозначно, да, лучший результат в истории. Ну, конечно. Шулера покалечили, потом Шулер выжил. Но Шулера потом еще раз покалечили в какой-то игре. Ну, непонятно в какой. Да, но финны неплохо. У них вот Каспер Хамалайнен очень хорошо себя проявил. Единственный показатель выше 15 это природные данные. Да? То есть он от природы одаренный. О, ну и в общем-то это все. Зато Леха сможет сыграть в Пуки-Каки. У него есть Пуки, потому что, да. Да, а пока... Каки? Каки нету, носы покупай. Каки, кажется, Пуки-каки. Нет. Так. Германия у нас не серая. Леха, натурализуй негров, говорят. Германия. Да. Негров, почему не хочешь натурализовать? Леха. Да, какого негра? Какого-нибудь. Любого, то есть кто будет мимо проходить, сказать, эй, ты негр. Эй, негр, играй за нас. Я могу кого-нибудь... Селекция по методике Лёхи. Ну что, мы проматываем, нет? В принципе, я еще негра, которого могу. А, ну да, подожди. Готов, что, давай мотай. Нет, не проматываем, подождите. Тут... А чё ждать-то? Ну как это чё ждать? Ты подожди. Вот я так. Вот смотрю, кого нет в National Pool. Добавил нескольких игроков. Так. Так, сейчас. С тремя защитниками. Три, пять, два. Ну-ка, подожди. Нет, с чисельщиком не... Смешно. Так. Подожди, нет. А у меня тут куча френды матчей, их отменить, наверное, да? Зачем? А как ты будешь готовиться к чемпионату? Почему куча? Сколько у тебя? Три. Ну три. Ну они через каждые три дня идут, они все сдохнут. Не, ну это нормально, так все играют вперед. Раз в три дня матча? Ну да. Да ну гонишь, что ли, я лучше сделал вас своим, как мне надо. Ну вот, у меня два стоит, ставь тоже два, какой-нибудь там по центру удали. По центру, кстати, матч с Англией. Ну, не по центру тогда. Ну вот я удалю его тогда. С Англией? Конечно, а нахера мне он с Англией, френдли матч? Я сыграю с Грузией, Азербайджаном. Ну что это за матч? А чё у меня, смотри, идет три матча лиги, чемпионат Европы, Босния, Италия, Румыния, а потом у меня через три месяца чемпионат мира квалификации начинается. Португалия, Венгрия, Литва, Хорватия. Потому что у тебя через три месяца квалификация.
Дилетант, Лёха. Нормальный перевод такой. А что? Ну так, мы еще плей-офф, может, сыграем. Ты вряд ли плей-офф сыграешь, а мы... Ой, я вряд ли плей-офф сыграю. Ну, посмотрим, да. Или... Я предвкушаю, уже через 20 минут написано, Сашуле отправляем в отставку. Ну, ты, кстати, когда может быть такое. Я могу такое представить, по крайней мере. Горячие финские парни, что, целились на чемпионство? На чемпионство, может, нет, но нервы попортим всем. Не, ну интересные эти парни, конечно, такие. Да, алкоголики. Хулиганы, тунеядцы. Охьян Пало. Прям какой-то алкоголик, да. Охьян Пало, ну это ему похуй вообще просто. Да, так он же пахан. Рику Риски. Риски. Риски курит. Алхо. Не Николай, а Алхо. Не блин, мне нужно в срочном порядке выйти в выбор игроков. Ну, то есть призвать кого-нибудь в сборную. О, как у тебя минимум, есть Лам, Томас Лам. Как минимум двух игроков. У меня две позиции пустуют, и мне вот их надо заменить, и тогда у меня будет более-менее нормальная команда. Так, ну что, мы можем, по идее, крутить? Давай покрути. Давай, да. Крутим. Сейчас, через три дня там еще нам порекомендуют... Так, а я со СМИ пока встречусь. Многие считают, что швед вряд ли сможет вести более эффектное руководство в сборную. Это, наверное, про меня говорят? Я что, швед? Ну ты же швед, ты же Йорген Йонасен. Не, ну тебе повезло, ты швед, и Финляндия там как раз... А мне второй... кажется, что россиянин не сможет. Ха! Я так скажу, что... В Финляндии второй государственный язык шведский, так что ему очень удобно. А я скажу, русский скоро будет официальный язык в Бельгии, понимаешь? Потому что я пришел на работу. И в Голландии тоже. Ну, в Голландии. Близко. Да, наставник национальной сборной находится, внимание. Так, если бы я сомневался, я просто начал удержать от прессы, то я бы не пришел. Так, наше время... Сколько можно эти вопросы-то задолбали уже? Игроки, 15 журналистов, игроки... Под большим давлением находится, им приходится проводить матчи в своих клубах. Вы будете стараться наладить отношения с другими менеджерами? Я скажу так, что... Ну что ты сохраняешь? Я... Бельгия должна по-любому выходить в одну вторую. Пишут, что АВ опять четырит с выбором. Поможет ли на этот раз? А что я? Почему я четырил с выбором? В Голландии эстонский будет. Ну, я же Александр Боярский. Я не совсем... Тонец. Александр Понярский. А вы что за тактика опять бредовая? Да. Ну у финнов-то там что угодно может быть. А, АВ. А что, почему бредовая? Опомнитесь! Дилетанты. Так. Блин, мне уже не терпится начать. Не терпится проиграть сразу все. Ну, можно и проиграть, неважно. Так, мы хоть с Уэльса начинаем, хорошо, а вот Бельгия с англичан. Так, подожди, мне свои наработки. Так, потребуется некоторое время. И... Так, подожди. Кто вообще сильнейший вратарь голландский? Я вот как-то не следил. Круль? Силесон? Круль? Стекленбург. Стекленбург тоже хороший, че? Но Круль лучше, мне кажется. Чат, а вы считаете, какой вратарь лучше у них? С учетом того, какая работа выпадает Крулю в последнее время, так как Ньюкасл сам по себе говно говняное, то Круль еще более-менее стоит. Так, подожди, специфика игры сборной, это тот вратарь, который понимаешь, умеет не только, понимаешь, там стоять, когда тащить надо постоянно. А тот, который сможет там, у него один удар будет по воротам за весь матч, он должен концентрацию сохранять, вот это очень важно. Так что, так. Так что. Так что здесь очень сложное, очень сложный момент. Так. Так. Ну-ка, а у меня нападающий-то вообще кто такой там? 184 рост, 21 лет. Хороший, да? Так, Вандерсара советует, Верховина. А, Верховина это пицца-то этот. Меньше.
Да. Ну, если только на обед закажем верхувина себе. Пиццу, да? Ну, можно. Так. Сейчас мы... Ха. Так. Вот так. Ух, ну и команда голландцев. Кто такой Джорит Хендрикс, я даже не знаю. Опять этот Стефан Дефрей. Дефрей, а что, он Дефрей у Лёхи играл? Атаковать кто будет? Ну, подумай, кто будет атаковать у тебя. Я своим пытаюсь. Так, немножко инструкции понадо вставлять, да, потому что еще половину состава изменишь, и у тебя опять будет новые инструкции, нормально. Почему? Как почему? Ну, только какие-то другие будут, другой подход. Надо было сначала выбрать полностью состав, пройти уже до того. Ну подожди, все равно у меня основные игроки, они вот они. Что у меня, откуда-то появятся еще что ли игроки? Я не знаю, у меня больше сомнений, что-то. Да мне кажется, что-то еще ты найдешь новое. Ну какая разница, я же под схему их буду вписывать свою. Я же не буду это самое. Вызывать игроков, которые мне не подходят по схеме. Ну, только там, ну чё. Подожди, ну Лёха, ты хочешь, чтобы мы нормально играли? Как ты футбол... Я-то успел настроить всё, почему ты не успеваешь? Да мы ещё игроков даже не вызвали, кого вы там настраиваете? Нет, ну я тоже каждому игроку отдельную инструкцию дал, у меня проблем с этим нету. Мне надо... Я под тактику подстраиваю людей. Мне надо, знаешь, инструкции понараздавать ребятам, потому что это все с тактической точки зрения помогает. Так, навешивать. Хорошо. Так. И тебе тоже. Так. Нет. Так. Все. Я туда сейчас подойду. Ну подходи. Что тебе сказать? Подходи. Так. Сразу выжигателя мозгов не стало слышно. Так, больше вертикальных. Посмотри, так шире. Понимаешь, навешивать на таргетмена. Вот. Хорошо. Этому то же самое. Так, более плотное, жестче. Больше вертикальных навешивать на таргетмена. Так. И шире, тоже шире. Вот эти. Какие-то очень серьезные там тактики. Серьезные, а что? Да хрена вообще тактика, кроме 4-2-3-1 пишет Нобель. Ха, вот Нобель, вот ты поэтому сиди там на Spot.fm, да, и вопросики читай на смс-портал, понимаешь, вот нахрена в тактике. Нобель, ну что ты несешь-то, у тебя же должно быть понимание, да, уже сколько со мной ведешь эфиры, да, и все равно не понимает, да, что надо, как делать, как назначать. Да, что надо говорить. Конечно, ты футбол на профессиональном уровне никогда не играл, да, вот поэтому у тебя и проблемы такие большие с восприятием игры, да. А тут все надо настраивать. Так, тут все надо настраивать, и поэтому здесь, чтобы вы знали, требуется. Так, ну конечно. На ближнюю штану набегать. Ну что? Так. Вы все еще там разбираетесь? Подожди! Да. Так. И вот так.
Вот так. Ах, все-таки у голландцев слабый состав какой-то, непонятно. Ну, все, давай меняться. Слабый состав. Да вот увидишь, да, что такое слабый. У тебя Еременко есть. Вот я ищу похожего игрока на Снайдера. Вот Еременко бы мне пригодился. Вон даже в чате пишут, что я дело говорю. Ну смысл сейчас настраивать, если сейчас придут новые игроки, и ты заново будешь сидеть настраивать. Ну что, будем по 40 минут сидеть настраивать? Зачем? Схему-то можно настроить. Сейчас, да, а игроков есть. Потом подобрать. Какая разница? Игрок или схема там у тебя? Вообще-то разница есть. Нет никакой разницы. Цена есть. Какая разница? Лёха! Разница в том, что один вот умеет выполнять такое действие, а другой не умеет такое делать. Кошмар, но он умеет другое. Витцель где пишет? Еще, я думаю, Тильманса нужно обязательно взять. Так Тильманс травмирован, что я его буду брать? А, да? Выбыл на сколько? Выздоровел. На 11 дней. Ну, нормально. Рандон победитель номинации. Азар в запасе. А в можно сразу трех азаров поставить, а? Как тебе? Так, а где предложение-то? Вон, кто-то там внес предложение по составу на матч. Ага, Канерва внес предложение по составу. Но это предложение по составу, а не... Ну да, можно согласиться. Не, да. Слушай, это чушь какая-то. Он мне сам предлагает. Ну да, это такое есть. Через как нет выбирать? Через 11 дней ты сам будешь выбирать. Но это можно согласиться, а потом и человек снова поменять. Тебе предлагают... Чушь какая-то, я ничего не буду просто делать. Кого-то предлагают. Я никого не... Я не знаю, кого он мне предлагает. Какая-то Канерва предлагает мне рупии риски. Что это за рупии риски? У тебя риски и так в основе. Группа риски какой-то просто. Давайте дальше, короче. Подожди, ну я примерюсь. У меня Кутуа травмирован, Миньолет травмирован, Кастельс травмирован. У меня все искалеченные. Так, Амадник Вермил еще плохой, да? Ну, кстати говоря, вот этого Мадника Вермила, был бы он, а он уже старый. Кстати, ну вам нужно будет 30 игроков вот вызвать, потом семерых отсеять. Да. Так. Да, я сейчас всех отсею, у меня уже не Финляндия, у меня уже Спарта началась. Ну все, у Лехи там, понимаешь, не забалуешь, а вот этот мне нравится. Да Пуки у меня вот уже главный, этот... я считаю, как нет, мне он не нравится, он медленный и маленький, ничтожество. Так. А как ты вообще смотришь вот этих игроков сборной? Ну как смотрю, игроки сборной, я же ж могу всех смотреть, кого я могу вызвать. Тони Амалани. А зачем ты сейчас это смотришь? Когда придет выбор... Это брат Валида Амалани, понимаешь? Когда придет выбор вызова, тогда и будешь смотреть всех игроков. Зачем и Дима Пучка, а как же без Снайдера? Мне кажется, он тут ключевой у них в центре поля, вообще никого нет сильнее. Дина Аслан Нагич. Кто это? Центральный защитник. 194 сантиметра рост, у него фингал уже под глазом есть. Я бы даже Вандерварта вызвал еще. Так, Ломбец. Центральный защитник. А с крайками у них вообще беда. Как просто. Беда? А Ван Дам? Какой Ван Дам? Бельгийский защитник Ван Дам, ты что? Где это Ван Дам? Один из очень быстрых защитников. Где он, Ван Дам? Где? Хороший актер, отличный. Где зайди его, где я, что теперь? У меня нету. Тренер сборной Бельгии, что ли? Нету никакого Ван Дамма, он, наверное, не в списке сборной. Он правый защитник, по-моему, или левый защитник, если не ошибаюсь. Он, кажется, вообще по всему полю может играть. Но... Хорошо, нет, правый, я посмотрю, есть такой или нет. Вон. Может быть он... А как его зовут? Ян Ван Дам, Ель Ван Дам, Яким Ван Дам или Лин Ван Дам? Ян Ван Дам, по-моему, на я что-то там такое. Это Дрея! Еле Ван Дам. Значит, Еле Ван Дам. Еле, душа в теле. Ну, левый защитник. И нападающий, и полузащитник, и опорник. Умеет играть везде, понимаешь? Скорость 11, ускорение 10. Да, ты мне такого не подсовывай, это. Ты что? Издеваешься, что ли, защитник великий? Так, он везде играет, нигде не умеет, называется так. Да не, 10 нормально для игрока. Нормально, да, для игрока, нормально. Вот сам играю у тебя в Финляндии, нормально, 10. Это у тебя самый быстрый игрок будет. Смотри, какая у него работоспособность. Лидерство, да, игрок. Да, а ножки не бегут, понимаешь, да? С лидерством там. С лидерством, он говорит, вперед, мои ребята, да, отнимите там мячик, да, ну что ты, что ты. Короче, давай, я тебе советую быстрого. Молодой Лукаку, брат Лукаку, Жордан Лукаку, он быстрый защитник. Нужен мне ваш Лукак, а мне нужно с финнами разобраться, мне вообще полная жопа с финнами. Ну, сейчас, давай. Объявление предварительного состава Финляндии будет 11 числа, но это объявление, а где я набор-то игроков в команду?
Так, мне тут советуют Ван Бастена, Райкарда, Гуллита. Ливерпуль выиграл чемпионат Англии, ну тоже. Ну. Юрген, Клоп. Палермо выбыл. Погнали. Роджерс, а не Клоп. Кастильо разочарованное Зидане. Давайте Зидана в сборную еще позовем. Так, блин, подожди, кого ты там говорил? Джордан? Джордан Лукаку. Ну там два Лукаку всего, второй. Да у них так мало хороших защитников, что даже Лукаку подходит. Выносливость 9, он что, не тренируется что ли, Каспар? Его Лукаку бьет старший. Понимаешь, опека 9, защитник, кошмар. Он просто бегает, больше ничего не умеет. Да, он бегает, он и бегать-то не может, потому что у него выносливость 9. Блин, куда он бегает, спринт что ли он бегает только? Нет, это кошмар. У Бельгии большие проблемы. Я когда играл за Бельгию, я только центральными мог что-то делать. А ты знаешь, когда играл за Газовик, то тоже только центральными мог. Вермалин, у Вермалина грыжа, все, я с тобой поговорил, Вермалин. Так. Как ты себя чувствуешь? Мне сказали, что я пропущу 5 недель. Я скажу, что я на тебя рассчитываю. Надеюсь, что ты скоро попасть. Спасибо за звонок, увидимся позже. А Шулер-то оказывается четвертый игрок в сборной, то есть он на четвертом месте по уровню. И на первом мой Сантр какой-то, Пох Джан Пал, на втором Еременко, на третьем. Представляете, Леон вылетел. Леон вылетел из Лиги 1. Нормально. И это за пару лет, за год считается. Вызвать такие состав изменения сборной. Вот, я могу вот так вызывать всех. Ну конечно можешь. Ты играл со сборной раньше вообще? Видимо, нет, нет, она хрена, нам не надо. Нифига. Опытного тренера, она знает. Финны, отчаялись, если бы говорят. Давай, говорит. Так, можно матчи посещать моих кандидатов? Запомни, что тебе 3 игроков нужно минимум. А на 30-ку лучше 4. Так, а я же могу вот так вот делать. Это Лёха Лимбер там одного там. Лидера чемпионата посмотрю сейчас, кто у него тут играет в команде. А у меня тут всего-то 3 игрока, которые активны. Да. Значит, Шадли, только назад. Так. А да, где финны вообще? Поиск. Вот этот шлепозавр мне нормально вроде. Шлепозавр. Я ищу. Вызов сборную. Зато сколько у тебя Еременкова есть в игре? Еременко. Так, показать фильтр. О, значит, Роман Алексей. Еще какой-то есть Еременко. Еще один Алексей, что ли? Позиция. Блин, а у них был какой-то младший еще Еременко, самый младший. Демба Салач. Мне нужен ускорение, чтобы было не менее 15. Так, опека, отбор, выносливость. Где? Леха, бери Леху. Леху Еременко. Он нормальный в Килмарноке. Смотри какой. Это ты мне говоришь? Да. Да нахера он не нужен? А, ни одного такого игрока нету, кошмар, вот, как это Бельгия, как они вообще играют, если нет ни одного игрока, ну-ка давай вот так. Ладно, опеку, отбор понизим. Ну что, выносливость что ли понизить? Как этими бельгийцами играть? У меня даже сборная России, по-моему, ты там... Ты шланговых ищешь? Ну и сюда нету, представляешь? Да? Ну скорее 14, хорошо, вот, нашли. Из команды Котик Джонатан Вервод. Ну-ка, что это за чудовище? Короче, я не знаю, как мне искать игроков, я вообще не знаю финнов. Давайте дальше. В смысле, как? Деятельности и по цене смотришь, кто еще не... Ну это совсем... Какой деятель? Деятель должен это тык... совсем плохо. Деятельность скаутов, что? Какая деятельность скаутов? Это совсем деятельность плохо. Скаутов. Потом показать фильтры, и там выбираешь исключить игроки, не имеющих права спать в сборную Финляндии. Какой ужас. Вот есть, но это исключить те, кто в национальном пуле, и те покажут самых лучших по цене, кто даже в пуле кого нет. Так, Ядный Врисон. Ну-ка, из этого же котика. Ну этот хоть немножко, но у него подбородок прыщавый и на 3 месяца выбыл, стопу сломал. Слышь, это кошмар, это Бельгия, это, знаешь, кладбище молодых игроков. Так, вернее, кладбище вообще для всех игроков. Так, мы это все убираем. Бьерн Энгелс, кто такой? Опорник, ну это опорник, блин. Хотя у него показатели неплохие, его, если бы он мог играть на позиции крайнего защитника, было бы хорошо. Так,
с Мамай вот есть. Мамай, даже непонятно, как он выглядит, и он не умеет играть там, где нужно. Так, Симон, за Монреаль Импакт. Да, мы играли вчера с Лехой этой командой. И вот, кстати говоря, он сила 4. Слышишь, рост 182, защитник, он такой болтальный с Тетхом, сила 4. Он не может пакетик с продуктами. Где ты бельгийцев вообще ищешь? Какие Монреали? Так я их везде ищу, понимаешь? Вот мне из крыльев советов даже Сибайса предлагают. Я говорю, да, идите вы. Так, Шуэлманс. Так, мне нужен крайний. Вот крайних вообще нету. Крайних, это у них есть какой-то Девита. Ну-ка, Дэнни Девита, да? Дэнни. Везде умеет играть, но нигде не умеет тоже. Что это за Бельгия? Что у них со школой игроков нету? Йохан Брукхарт. Кошмар, какое говнище. Где бельгийцы хорошие? Хоть какие-нибудь. А может быть, есть какие-то регены, которые народились? Это единственная моя надежда на успех. Так, быстрый поиск. Возраст. Давай возраст. Не более 19 лет. Ну-ка. Молодняк, может быть, народился. Может быть, есть какой-нибудь бельгиец, да, молодой защитник. Так, и давай-ка позиция. Может играть на позиции защитник, ну, правый, например, да, и так, быстрый поиск. Ладно, правый защитник есть или нет? Вот, самый молодой. Давайте, я готов. Подожди. Что подождать? Так, есть какой-то Дэйв Нильсон. Там важная работа происходит. Молодой. Ян Демайер. Него. И проблемы у него с травмами, у него с головой проблемы, а не с травмами. Да, беда на самом деле, беда. Где все? Может быть, вот этот. Этот вообще. Скорость 3! Это он не футбол должен. Дриблинг 1. Все, завязывай, парнишка! Завязывай, Марс! Марс, вервот! И лети на Марс! Понимаешь, там ты будешь точно лучшим игроком, потому что там, кроме этого высаживателя картошки, больше никто не живет. Ой-ой-ой-ой-ой, каких я игрочков призвал в борты. Рачков призвал. Ой-ой-ой-ой-ой. Леху-то взял в итоге. Да не буду никого Леху брать. Еременко, ну ты что? Брата. Нужен мне этот. Может быть, левый защитник есть лучше. Вот, я не знаю, кого ты там призвал. Сенна Мьянге. Да, но только он, конечно, достаточно лояльный человек, ведет в непостоянный игрок. Ну, с такими показателями у меня даже в Редстан он бы не пробился в Национале, понимаешь? Вот в чем проблема. И нету, у Бельгии кризис с защитниками. Просто кризис. Азис вот есть. Азис Миссауди. Единственный матч сыграл на оценку 5.70. Но это правильно, потому что дриблинг 2, двойка сразу. Пенальти 3. Исполнение штрафных 3, завершение атаки 3. Ну хоть у него он хоть бегает, в отличие от того. Но это Азис. Азис или Азиш? Азис. Мразиш. Да. Какой-то кошмар. Есть люди, которые вообще ничего не стоят. Это Андреа Лонга с лобковыми волосами на голове какой-то. Решительность 16, понимаешь, вот он решительный. Но ничего не умеет в футболе делать, блин. Что, я думал, у России еще проблемы. Так это у Бельгии страшные проблемы с крайними игроками. Ужас, какой-то ужас. Я уже говорю, почему Бельгия не топ-сборная, да? Потому что нету крайних защитников. А это очень важная позиция, да? Это зачем они нужны? Давайте, я нажимаю пропустить. А я тогда нет. Ну не пропускай, я чатик почитаю, что народ пишет. Там у них очень много всяких советов, прям проснулись люди. Ну да. Прям читать не перечитать. Тима. Делает как-то в МЮ числился. Ну Делает, он очень медленный. Так. У Бельгии миллиард читерских игроков. Но мне потенциал абилити это зачем? Мне нужен курент. Тогда бери там Тимми Симмонса какого-нибудь, 38-летнего. Подожди, а кстати Делает, сейчас где играет? Ричи Делает. За Лестер Сити он играет. Лает, не кусает.
Вот это, кстати говоря, я всегда над ним смеялся. Я говорил, ну этот мне не нужен. Ну, так, добавить список кандидатов в сборную, безусловно, потому что нет крайних защитников, где даже Далаед сгодится за крайнего, потому что он худо-бедно, но он не так плохо, он все умеет, но правда играет паршиво абсолютно. Надо с ним пообщаться, но с ним нельзя даже, ни телефона даже нету, представляешь, у Далаеда. Вот, так. Так, Кованда. Ну, это хоть скорость, ускорение, выносливость есть. Опека маленькая, конечно, но навесы 11. Но это не топ сборной уровень. Это уровень российской премьер-лиги. Так он еще и в ужасном настроении. Ужас какой-то. Я не знаю, как с этими игроками что-то можно добиваться. Еще все искалеченные, Тилманс. Тоже. Ну, универсалы, по крайней мере, все. Мы, говорит, везде умеем играть, но только нигде не умеем. Нажимаю далее. Так. Вызовите сборную Верткоттера, чтобы вы не забыли, вы же против него играли. Да Верткоттера, что он, песок будет сыпать, что ли, на поле? Мне он там в таком качестве только может пригодиться. Вот. Так. Регины. Какие регины? Кажется, не успели родиться регины. Да родились, но какие-то ущербные у бельгийцев. Ну, так рано еще. Подожди, как рано? Уже май. Пора родиться Регина. Регины уже давно должны были родиться. Я вон кандидатуру Булахруза рассматриваю. Молодой. Булхауза. А у меня, блин, травму получил игрок. Левый защитник. Единственный, блядь, левый защитник, это травмирован. О, Бучуаи советует. Вот и еще и этот. Да вы идите вы нахер, я не буду так играть. Леха, ну ты сам выбрал финнов. А что они травмируются на ровном месте, я не понимаю. Я что, им разрешал, что ли? Ну а что, так бывает. Я все, я расстроен, я не буду играть. Леха, ну ты что бомбишь? Давайте уже до 11 мая докрутим. Я буду бомбить. Может быть, а ты регенов-то поищи. Какие нахер регены? Финские. Вот в Финляндии может быть кто-нибудь там. Да, регены могут. Где я их должен искать-то? Регина ваш. Два игрока включены в состав. Вот, нашел сам Тупирайнина какого-то Регина, да? И еще говорит, нету у меня Регина. Кто я? Кого нашел? Тупирайнина! Да где он, Тупирайнин? Вот он, Тупирайнин! И еще Пикарайнин! Сейчас я где ты их видишь-то? Финнов поищу. Ну я же ж вижу, вот, два игрока включены в состав сборной Финляндии. Да где ты? Покажи мне пальцы, где они у тебя в команде включены. Вот они включены, я тебе пальцем на монитор показываю. Тупирайнин, где? Такое говно, пусть себе заберут Тупирайнина. А у тебя лучше, да, там? Тупирайнина, как скажет, блин, хоть отписайся. Так, подожди, я хочу скаутам дать задание. Где скаут? Нет скаута. Погнали дальше. До 11 числа уже. Где скауты? Да не нужен никакой скаут, у тебя Бельгия и так готовая команда. Какая готовая команда? Может быть есть игроки, я игроков всегда ищу. Ага, Давид Путин из Бельгии. Ну Путин он не бельгийц, он француз. Блин, какой Пахьян Пала классный-то играет. Задание. Так, давай-ка новое задание от скаута. Мне бы такого нападающего. Робин Лот, ты кто такой? Я ищу. А почему тут задание вот такое? Только я ищу. И что я ищу? Блин, ужас какой-то. Так. Матис Тейман, как что за ублюдок? Так, Питер Геркинс. Зачем оскорбляешься? Да давайте уж двигать. Да все у меня все покалечились опять. Я даже еще не начал играть товарники, у меня уже все. Два дня вы уже, давайте мотайте. Сейчас, подождите, я кое-что нашел. Вот так. Так, ну-ка. Неизвестно. Так. Молодые Лакадия и Живкович, интересно, зайдут у меня в сборной. Касиемба. А то эти Хунтелары и Перси. Это вообще. Где у вас национальность? Кто? Негр? Национальность. Где национальность? Трансфер. Так, нет. Общие. А где национальность? Гражданство. О, Бельгия. Так, есть какой-то Манджек. Манджек, да ну. Ну плохо. Что такие регены дохлые? Мне нужны хорошие. Манджек. Ну ладно, буду играть тем, кто есть.
Да у Бельгии на 3 состава людей. И ни одного крайнего защитника топ-уровня. У тебя в запасе нет тактики без крайних есть. Защитников? Что? Есть? Нет? Есть, есть. Так, о, Мансити выгнал Пеллегрини. Лёха, ты что ноешь, тебе пишут опять? Хочу и ною, может, у меня такая манера тренерская. Блин, нытик. Тренер, нытик, да есть тренер, там тактик, практика. Финны топ-сборная. Если бы они были бы живы, они могли бы быть топ-сборной, но они все умерли. А какая молодежь-то у финнов подрастает, а? Посмотрите. Проиграли шведам 1-5. Еще из-за травмы они в 9 человек доигрывали, финны. Да погнали, травма. Кошмар, зачем я посмеялся? У меня вот поломали Адемоглу. Кто такой? Кто такой? А, ну не важно. Кто это такой? Двоечник очередной. У вас 17 дней до игры Бельгия-Россия. А у меня Финляндия-Азербайджан 17 дней. О, еще один травму получил. Ай, как люблю эту игру. Азербайджан. Так, необходимо подать заявку. Привет, почему они травмируют? Клоп возглавил Ман-Сити. Ты насрай. Ну, финны там в сауне, наверное, травмируют себя вениками. Удалить недоступных игроков, подтвердить состав. Где, блин, выбор игроков, я не что? Понимаю. Так вот, выбор. Выбирай. Какой это выбор? Мне должен открыть список, я должен сам выбирай, кого мне добавить в сборную. Нажми все сборные. Там так, мне дают сейчас. Мюнье, кто это? Тут ни хера. Мюнье. В смысле ни хера? Он сейчас справа, слева вкладки. Ванденбора. Все сборные, там список у тебя целый. На два листа, наверное, игроков. Так, ну Вермален рискует пропустить, я его убрать из списка кандидатов. О нет, не из кандидатов, а... Не, ну если пару недель, то, наверное, оставить надо. Вывести из состава. Пару месяцев, то нет. Но у него травма, знаешь, 7 недель из-за грыжи. 7 недель. Да. 7 недель много, я считаю. Ну да, да, да. Делает. Вот у меня 3 недели, я, наверное, тоже выгоню таких. Вызвать состав сборной. Так. Блин, Жоржини Виналдум. 6 недель, ну что ж такое, не поедешь. Мадник Вермел. Ну, конечно, конечно, игрок очень слабый. Ладно, пока посмотрю. Может быть, есть кто получше. Ломбец в основной сборной. Михел. Не знаю, стоит ли вызывать. Так. А сколько мне надо? 30 человек, да? Ставить колонку. Да, советую 4 вратаря для начала взять. Минимум 3 написано. Ну, ну да, ты потом одного просто не возьмешь. Отцепишься. Ставить колонку. Так, да, нормально. Нужно ставить колонку. Трансфер. Цена просто, вот. Чтобы видеть, что есть там достойные, нет, ну достойных. Так, Ломбец, Михел. Ломбец, какие у него показатели? Так, ну, ладно, пойдет. Сейчас посмотрю, может быть, вот Ванденбора, да, говорят, Ванденбора, говорят, потенциальный, там, талантливый. С ускорением 10, да, но он универсал, может много позиций закрыть, но несчастлив. Короче. 28 лет, ускорение 10. То есть уже не фланговый игрок. Вот. Че там, Леха? Ничего не понял? Да вот. Чего мне пишут? Расмус Шулер не может быть выбран в эту команду, так как сейчас травмирован. Да мне насрать, что он травмирован. Сколько он травмирован, насколько? Посмотри, насколько. Ну, я знаю, он травмирован. Там же написано. Вот подведи на 6 месяцев. Ну. Ну все, Леха. Он ходить не может, понимаешь, в постели лежит, ему там этот утку меняют, понимаешь, ты его с бодой вызываешь. Конечно, он не может. Пишите, что Леха дилетант. Дилетант, он еще и не только дилетант, мучитель, понимаешь, людей мучает. Давай-ка ты Демка с бодой, долг родине отдавать, понимаешь? Леха, топовый совет. Ротенберга-то вызови обязательно. Да нет, нет. Ротенбергов никаких, отстаньте вы. Нет, Ротенбергов. Торга Назар. Ну, я вызову Торга Назара. Борис. Где ты видишь? Где ты его видишь? Вот ввел Борис Ротенберг, можно вызвать, все нормально. Борис. О. А, нет, могу предложить ему пост в сборной Голландии.
Не надо, ты что? Хотя папа может купить. Ну-ка, Борис Ротенберг, давай, ну и чё? Вызвать сборную Финляндии, вызвал. Все, за правый фланг можно быть спокойным, Лёха. Я его все равно подпредложу тренера. Сашуля Ковары. Ой, блин. Все, я готов. Играть за тебя и быть моим тренером. Так, Янузай, Метанса, конечно, надо вызвать. Так, Янузай, вызвать. Вот Метанс. Гриша смешно стало. Вызвать. Томаш Лам. Последнее место у меня осталось под Шуи, наверное. Борис Ротенберг, 29 лет. Что он умеет? А ничего не умеет. А выбросы за боковой? Это так. Что это так? Это не самое так. Лучшее. Требует ответа. Так, в данный момент 30. Так, Батшуи, Бентеке, Лукаку, Риге, Ван Акер. Кто такой? Ван Акер. Ну ладно, пусть будет. Как играть-то? Подожди, а Ван Акер может крайнего защитника? Может играть крайнего защитника, но хоть что-то. Так, его там мы оставим. Торга назад, Янузай. Ты посмотри, как ты в прошлых матчах обыгрывал там фаворитов, и так же играй. Янузай хорош. Так, Ломбец, Паканьоли, Ван Дон. Надо мне такие советы давать отдельные. Да. Топовый совет. Так, сейчас мы посмотрим, что он... У бельгийцев полсборной редкостью, да. Это Караска пропустил. А где я его пропустил? Караска, а, ну да. Ну там вот атака нормальная, может, не нужен Караска. Где Караска, где? Все за посмотрю. Я его показателя не помню. Да зачем мне атакующий этот Перейра Караска? Зачем он мне нужен? У меня там Азар играет, там Метанс, понимаешь, эти еще Миралесы. Вот может быть вместо Миралеса, мне Миралес же не нравится. Давай-ка мы Миралеса тут днем из этой сборной. А мне Филай не нравится. Наверное, он мне не нужен. Вывести из состава Миралеса лучше. И возьмем Перейру Караска. Так, вызвать состав сборной Бельгии. Вот, и требует ответа. Там все читеров предлагают. Шриверс, там еще один нападающий. Матшуаи такие. Ну, Матшуаи у меня есть. Подтвердить состав. Все, сейчас мы товарнички с ними сгоняем. Леха фашист над финнами издевается. Ты Фина, че, они же... Так, как-то быстро, мне шесть человек надо вызвать. Так. Китайцы выпустили фигурку финского футболиста с лицом Лёхи. Понятно, да. Вообще, наверное, без лица выпустили. Потому что никто не знает, как выглядит Лёха. Даже сам Лёха, кстати, забывает, как он выглядит. Периодически подходит к зеркалу и говорит, ну вот, это я, надо запомнить. Так, о, этот Стефан Деврай играет в Барселоне. Но в дубле Барселоны. Потрясающий у тебя игрок. Ну я его вызову, пожалуй. Все, подождите-ка, ребята, мне надо на секунду отойти. Да-да-да, иди. Дубль Барселоны, это мне хухры-мухры. А то. Так, Матейсон, кто это? О боже. Матейсон. Очень какие-то старые попадаются. Влар, Брума, о, Дугласа предлагают. Дуглас же огромная такая обезьяна, неповоротливая. Ну шо я пропустил? Я что-нибудь пропустил? Да нет, пока. Ван Акер с опекой 10 пойдет, а защитник с опекой 12 надо. Потому что Ван Акер не защитник. Дилетанты собрались. Вот Нобель, ты что, опомнись. Так, Урал вышел на 6-е место в чемпионате России. Вон так, Урал. Так, Джетро Вильямс, говорят. Давай, Джетро. О, а Джетро Вильямс, это он голландец, да? Да, Джетро, негр. Джетро, негр. Больше на раба на кого-то похож, но он бывает. Знаешь, там они все похожи. Так, Джорит,
Жорик Хендрикс, ты меня убедил, тебя тоже возьмем. Так, Грегори Вандервилля, ты у нас сдулся. О, Лерой Фер, мне он чем-то нравился всегда. Лерой Хер? Фер. Ну, он какой-то непонятный. Лерой Хер. Какой Вандервиль? Он слабый. Вандервилля он не будет у меня. Го-го-го, ну блин, мы выбираем состав. Там что-нибудь на стриме происходит? Музычку нет. Там можно пока какую-нибудь. Я скидывал там ВКонтакте, музычка хорошая. Хорошо, давай, хорошая. Ты ее включи, и мы посмотрим на реакцию чата, она должна быть всегда одинаковой. Вот. Сковорода, наверное, в курсе, он... Нет? Так, Вурнон Анита. Не, не классный, ужасный. Wenn ich in Twitch Chat snap, dann rennen die Mods weg. Mein Gesicht hat Anarchie im Gepäck. Widerstand hat keinen Sinn und keinen Zweck. Es gibt keinen Bob im Chat Channel, der es nicht checkt. Deshalb bin ich der King, wenn ich im Channel drin bin. Fick drauf, was die Leute sagen, nennt mich David Kim, Race the Donners. Los, Leute, tanzt. Sie wollen mit meinem Looks mithalten, keiner kann's. Craig is in Brainstuck, Nick Cage, Swift Rage. Keine Chance gegen Grey Space, no space. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Jetzt ist Twitch Chat Anarchie. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Nieder mit dem Bot-System. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. All die Mods, die können gehen. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Alle schreien Grey Space, no space. Los, rastet aus, bitte rastet aus. Ich bring die Party auf ne LAN-Party. Und die Mods haben keinen Bock, denn hier gibt's Party nonstop. Und hier wird keiner geblockt, wenn ich den Channel hier rock. Es ist klar zu dem Upper Kappa Kappa in the house. Yeah. Und alle what rastet das hier aus, chat. Es ist Home Story Cup 10. Enter the game, du musst dabei sein, um es zu verstehen. Ach, wie gut, dass keiner von euch weiß, dass ich gar nicht... Grey face, no space. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Jetzt ist Twitch Chat Anarchie. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Nieder mit dem Bot-System. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. All die Mods, die können gehen. Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey. Alle schreien Grey face, no space. Лёха наставил игроков в раздевалку. Immer dabei, Kappa, Mike, Chatten ist leicht. Es wurde Zeit, ich bin so grau und die Mordskreide bleich. Ey, wenn ich komme, dann bleibt die Zeit stehen. Und wenn du kommst, dann denk ich, Zeit zu gehen. Alter, was, man? Kappa in the hood, so sieht's aus. Unter den Twitch-Emotes bin ich der fucking Boss. Ja, und deshalb kennt doch jeder meinen Namen. Und deshalb muss ich doch nichts mehr zu sagen. Ja, yeah, ich regel hier das ganze Event. Ich regier den Chat und das gesamte World Wide Web. Du wirst so sein wie ich, sorry, du wirst nie groß. Чем нас вот тут купили? Стояло в ПСЖ. Может, мы продолжим? Нет? Я нажал вас. Да, продолжаем. Ты уже прямо все, да? А что мне да? У меня выбор шли огромный, все. У меня население 5 миллионов, все. Это много. Для футболистов это мало. Так, я 30 человек. Да погнали. Ну подождите немножко еще. Так. Ну вот так вот все поджидаем, поджидаем. Алло, ничего не слышно, кроме вашей говна музыки. Ну, конечно, я микрофон убавил. Да вырубай, там капы закончились. Лёха под эту музыку всех негров и евреев жгёт на костре.
Ну, сейчас как раз уже жук. Фин Лёхе. Фин Лёхе. Так, последнего осталось взять сейчас. Так, Люк Кастаньос, может. Ну что? Ох, и плохая команда нарисовывается. Так, все, подтвердить, поехали. Невероятный вызов Ротенберга сборной Финляндии. Папкины деньги. Вполне вероятно, мне кажется. Съел он, зато не вызван. Представляешь, там расстроились все. Кто такой? Кто это? Это легенда. Он там, наверное... 33 года. Центральный защитник. Неплохой, между прочим. А его вообще не было в этом. Он спрятался, когда я вызывал игроков. Я же говорю, надо было правильно искать. Да на пофигу мне на него. Он мне что спасет, Розенбергу предложена должность в клубе Голландия. Правильно, правильно. Пусть он идет там... на тренерскую должность, а потом будет мне подсказывать, как тебя уничтожать. Тут мне Миралес предъявляет то, что ты почему Александр Викторович меня не вызвал? А потому что ты играешь плохо! Розенберг отказался от предложения к Голландии. Нормально так. А мог бы с такими специалистами, как Данни Блинд, Патрик Ливерт перенести что-то новое в Голландию. Да, Метон себя вернул, чтобы Камбарова возил сейчас, как раз игра со сборной России. А у меня игра с Азербайджаном 17, через 17 дней. Сейчас там игроки у нас потренируются. Сейчас у меня игроки все сломаются, правильно. Поэтому 30-ку и вызвали. Угу. Только мне из этой 30-ки 11 набрать, это вообще просто вот рекорд. Может, с Йоланда вспомнишь еще как-нибудь? С Йоланда, да, вспомнишь его. Кто там ест суп или что? Я ем суп. О, Бельгия, Финляндия, 6-0. Короче говоря, я пока микрофон отключу, чтобы ничего. Лёха, развлекай. Нет, спасибо. Что тут столько новостей, зачем мы их вообще читаем? Все, дальше. Так, 90 игроков, 90 зрителей у нас на стриме. Кого мы ждем-то? Не знаю, ожидаю. Так, Манчестер Сити назначил Клоппа. Вот вам. Никакой. А, ясно. Жмай. Вот. Хей, капа-капа, хей. Зразная песенка. О боже мой. Одни травмы. У Барселона выгнала Венгера. Откуда вообще она его взяла? Так, Голландия, призыв под знамена. Можно со всеми поговорить тут. С оптимизмом смотрят. М? Кто у нас капитан? Снайдер. Второй Влар. Почему Влар? Это плохой капитан. Вот Ван Перси. Как Джек Шепард, один фифер-стример, называет этого Снайдера Эль Капитану. Вот у меня он тоже капитан. Куда пропал Александр Викторович? Он... Супер.
Да. Лёхе предлагают хоккеистов взять в сборную, разбавить немножко. Спасибо за совет. О, Барселона назначила Роджерса на пост главного менеджера. Какой ужас. 9 миллионов заплатили Ливерпулю за Роджерса. А Локомотив стал чемпионом России. Карпин стал чемпионом России с Локомотивом, вы представляете? Вот, вот он тренерский гений, да? Да. Давно пора Карпина было назначить тренером Локомотива. Явный путь к чемпиону. Ну что, я вернулся, да? Думали, так легко от меня отделаетесь, да? Сашу ставили одного на стриме, а что, комфортно было, да? Почему одного-то? Я тут всегда был просто. Да Лёха молчи, так что считайте, что его нету. Ну да, зачем я расстроен ситуацией? Почему? Так ты сам выбрал Квина. Да, хер ли? И там игроков нет, они еще и травмируются. А сам выбрал Квина, ты говорит, они все. Все финны такие радостные, что едут на чемпионат Европы, и такой угрюмый тренер недоволен. Это говно едет со мной на стадион. Я думал, по Парижу погуляю. Так, через два матча у нас уже... О, сразу отсеем через два дня уже без матчей. А какой смысл тогда этот полный состав брать? А вот я не знаю, как будто они там тренировались и все. Может, играли какие-нибудь там тывернички очень маленькие. Состав должен быть определенный. То есть сколько должен отсеять? Семь! Да вы что, издеваетесь, что ли? И тут так интересно, нужно как раз нажать, кто поедет. Кошмар какой-то, так. Для меня это шок. 7. А я вообще в шоке. 7 выгонять, представляешь? А так мне не надо 7 выгонять. У тебя что, все 23, что ли? Нет, конечно. Батшуи. Ну, Батшуи не поедет на чемпионат мира. Ай-яй-яй. А у меня как? Как я так? Чего ты там? Ну, как они, вот эти люди, у меня могут не поехать? Ротенберг-то поедет, главное? Главная нет, звезда. Конечно. Куда он поедет? Ну, я его вызвал, он порадовался, и пусть давай едет. Он даже от тренерства сборной Голландии отказался, ты что? Я же его снова позову. Так, ну, Дефур, да, или же Тилманс. Рехпи какой-то, Херехпи, кто эти люди вообще? Ты скоро же за сборную Финляндии в реале будешь. А как вообще? А вот, это у меня... 20 тысяч еще одного мне надо назначить, да? Так, пока не Юлия. Кто это? Защитник. Он пусть будет. Компаньел, Дарвеля, Дебок. Дебок. Каджола. Зуд у меня не едет. Лаед, Вертонген. Зоид, Зуд. Все, я готов. Все, я лучший вообще в мире человек. Мне пришлось Мертенса не брать. Скорострел какой-то. Да хер, у меня там 5 игроков всего. Чего мне сидеть-то выбирать? Ну, Мертенса не брать, это кошмар. Так, Караско лучше, чем Мертенс, слышишь? Караско, пидораско. Глубокая аналитика от Лёхи. Так. Мертенс, выносливость 10. Караско, выносливость 15. Так что Караско едет, все правильно. Нет, дыши с Буной не нужны. Мне нужны мощные профессионалы, на которых я смогу рассчитывать. Так, Ван Дик. Что-то мне не нравится. Ван Дик. Ван Дик. Я его не взял, а то голландец и Дик это как-то опасно. Да ладно, один Дик нормально, в Голландии всегда должен быть Дик. Так, Депай. Еще и не сможет сыграть в первом матче Депай, да как так? Так, сейчас подожди. По составу посмотрим. Быстрый выбор. Вот так. Компаньел, Дарвеля, Дебок, Эден Азар, Дебрюйне, Дембеле, Вицель, Лукаку. Хорошо. Ой, какой плохой Хунтелар, наверное, я его не возьму. Хунтелар скажет, это не тебе решать, ты не Ришка. Камбаров выдохнул кальян в баре после того, как узнал, что не поедет Мертенс на чемпионат Европы. А Камбарову что выдыхать?
какая Дефура, Ориги и Ванденбура надо брать. Но они медленные все, елки-палки. Современный футбол, он быстрый. Там нет места игрокам со скоростью 10. Вицель, скорость 14-13, хоть и центральный игрок. Но это совершенно нормальная скорость, какая и должна быть. Понимаешь, вот в чем дело. Почему Вицель играет? Почему Дембеле играет? Потому что у него скорость 14-15, хоть это центральный игрок. Я не приемлю тормозов, чтобы вы знали, сборная. Это не моя методика. Вот. А Риги почему не взял? Потому что выносливость 14, он не сможет как лошадь бегать весь матч. Хотя это безусловно классный игрок, но завершение атаки 14 маловато. И самообладание тоже не чемпионата мировское. Вот. Потом. Что там? Ванакера. Я взял Ванакера? Я должен был его взять, потому что хоть у него и скорость не такая большая, да, опека 10, но отбор 15, он то есть сможет здесь подстраховывать. И это не статовый игрок, это игрок забедный, но и плюс ко всему он универсал, он все умеет делать. Плохо, конечно, умеет делать, но умеет делать, так что поэтому он остается в составе. То есть вот такая логика выбора состава. Вот. Ванденбура почему не взял? Ну то же самое, 10 скорость. Он может играть везде, да, но лучше бы он мог играть только вот на этих 6 позициях, да, но со скоростью был, да, с ускорением, вернее, был 13 хотя бы. А то так от него толку-то, что он никого догнать не сможет. И это элементарный минус, он довольно слабый игрок. Так, Промеса, знаешь что, ты, наверное, поедешь все-таки. Дрис не угодил маленькой выносливостью. 9 это не выносливость для игрокового чемпионата мира. У меня физические нагрузки на первом месте. Ванденбура. Все, я выбрал курс 3 заветных путевки, раздал. Леха, наверное, уже давно выбрал. Я уже в плюсе уже давно. Молодец. Вы так долго все делаете. За вас там и так уже все выбрано, вы все что-то выбираете. Да это за тебя выбрано. Да конечно, у вас там сборная и так как бы с топовыми 11 игроками, там и так все ясно и понятно. Чего вы там сидите выбираете, кого вы там хотите призвать там? Так. Финляндия, объявлен состав, почитаем про тебя. Какой-то Робин Лот может дебютировать. Кто это вообще-то? Звезда моя команда. Выгнал из команды Штейнмана. Ты как? Он же играет за Гамбург. Кто? Штейнман. Какой Штейнман? Кого я выгнал? Я посмотрел, вижу самый перспективный у тебя Штейнман. И ты его не взял? Где? Не знаю, но играет. Он уже в отпуске. Каких я выгнал? Рехпхепи, Зинелли, Томиленхто, Коджола, Маноджа, Манстром и Ротенберг. Все, какой Штейнман. Не Маноджа, а Маноя. Какая Понял, мне разница? Маноя. Где вы видите Штейнера? Какой Штейнер? Кого я не взял? Ты его просто не взял. Все. Так он травмирован, наверное. Ну, не знаю. Поэтому я и не взял его. Так, звезда Голландии пропустит кто? Урби Эммануэльсен, да какой это звезда? Какой, кстати, в списке лучших его нету, какой Штейнер? С Леоном выгнал, вырвался, вылетел. Так, Филай расстроен. Ну, в общем, хороший состав. Все игроки сборной Финляндии играют за рубежом, вот так. Конечно, в Финляндии там даже Ротенберг не играет. Да, кстати, Ротенберг. Пошли-ка в тренеры. Ротенберг. Борис, давай. Снова тебе предлагаю тренером быть. Расскажешь, что там как в Финляндии. Так он не был. Снова отказался. Даже. Снова отказался. Что ж такое? На меня, говорит, Леха сбудно рассчитывает. Я не поеду, говорит. Рассчитываю я на него. Выберите капитана. Ну, компании, вице-капитан. Так, ну Алдовилет. Алдовилет. Так, подтвердить. Так. Бубнов дебютирует. Так, Йонасон дебютирует, все готовы. Прогноз погоды. 12 градусов. Хорошо.
А в России вон еще тур играют. Да пусть играют, но мы у них всех игроков забрали. Я промисы да забрал. Ожидание. Неожидание. Да. Леха Штайнман еврей, поэтому не поедет на тот день. Мне так, говорят, ну ладно. Да Леха дебютант. Дилетант. Дилетант, я дилетант. Леха там со Штайнмана ищет, готов вернись, пожалуйста. Там вам пришла новость, кого я в тренеры взял? Не пришла. Нет. Хэтэмаш требует от игроков. Вы предложили должность тренера Александра Бубнова. И он отказался от предложения Голландии за дети пласт. Ну покажи, я не вижу. Надо ну, промотать как? На денёк. В общем, вот. Еще один Александр Бубнов есть в игре, который скаут. Он не захотел стать тренером. Оп. Конечно, КТР, это что там, табу курить должен, что ли? Так. Так, о, играем все одновременно. Конечно, мы 4-4-2 у России. Ну, сейчас мы Дона Фабио получим футбол играть. Сейчас. Так, Алдалиберия должен отдохнуть. А Слуцкого я не знаю, почему ты не назначил Леньку. Я посмотрел бы, на что он способен. Так, ну хорошо. Утвердить состав... А, нет, подожди. Подожди, ну, а ты сохраняешь, хорошо. Я уж думаю. Лёха уже, небось, сыграл там, победил, обыграл Азеров. Азеров? Сохраняет. Да, что ему только Азеров обыграл. Это Назар. Вот его Мурини неправильно использовал. Надо найти применение такому человеку. Позицию найти подходящую. Так, Дембеле. Так. Что с чего будет, не надо. Понятно, Вицель. Так, Вицель. Свободный. В свободном плавании. Да, Янузай. Диспетчер, будешь поддерживать. Хотя нет, подожди. Атакующий. Давай ты вот так вот будешь у нас. От Дебрюйна с фланга. Вот это будет необычно. Потому что, ну кто может предположить, что Дебрюйна я буду так использовать. Потом здесь может быть Азарт. Ну, пусть так играет. И Лукаку нападение чистым. Хорошо, так. Это меня устраивает. Ну посмотрим, как ребята себя проявят. Все-таки сборная России играет против нас. Ух, великая и ужасная, во главе с Доном Фабио. Так. Дебрюйне, говорит, надо на АПЦ, ну подожди. Это же тактический ход. Вот бы мне такого Дебрюйна. Я не знаю, сюда можно слева поставить. А ты вызвал нас Синха? Не. Почему? Не прошел. А Депая? Ну конечно. Пиано Нарсинг. Так, а что в нем хорошего? Играет за Олимпиакос. Ой, не. Промес получше оказался. Ну ты что? Ну тут, правда, 2016 год только. Он где-то к 18-му раскрывается. Промес? Нарсинг! А. Промес уже раскрыт. Так, Депай уже в ПСЖ играет, о. 24 миллиона его купили. У меня есть Ахо и Альхо. Вот такие игроки. Ну только Охи и Ахи тебе надо делать. Ну судя по тому, что я буду сейчас играть, да. Кто-нибудь будет смотреть мой матч? Я ну на свои прям... матчи, Лёха. Не, ну можно... Их. Не, ну можно прям по очереди всех посмотреть. Бросайте свои матчи и смотрите мой матч. Да я бы с радостью.
У меня есть хатакака. Ты на паузу, поставь хатакаку свою. Хорошо, ладно, я поставлю на паузу. Мне говорят, почему ты, говорят, это, не используешь, не ставишь этих. Чего не ставишь? Ломятся в оборону. А кого мне еще ставить в оборону? У меня Алдовелят, ему нужен отдых, я ему предоставлю. Не, подожди, ну это пятерка, однозначно. Красавец. Ваня Глазкин. Ответ-код он сообщение прислал, 100 рублей скинул. Спасибо, говорит, это неправильный выбор игроков. Ну вот посмотрим, правильно или неправильно. Ну кто там долго так распределяет? Ну как кто? Отгадай с трех раз. Кто это? Играем, у нас славянцы, серьезный соперник. Давайте вы играете тогда, а я пока. Из Янузая, как художник, как из Камбарова Б. Так, мне что-то взяли, показали счет 1-2, как будто я проиграл. Значит, ты проиграл 1-2. Но я же еще не начал. А мне написали, что Игорь Акинфеев, это вратарь, который может очень помочь команде. И партнеры могут быть уверены, что с ним команда много не пропустит. Шуточки подъехали. Сухарян. Так, подожди. Они тактику против меня выставили специально. Интересно. Так. Тренер кошмарный, оборонительный, гад. Что ты не можешь? Он ужас. Да ужас, ну что вы за тренеры, это не риски. Всех опекать. Не, ну мне, конечно, вручную выставлять. Чего ты там ноешься? Че там? Да вручную выставлять всем опеку. Кто под Леху косит? Так, подожди. Вручную все делать. Это же кошмар. Маурисио играет за сборную России. Знаете такого? Истерика. Ага. Кошмар. Получил паспорт. Что-то Гильерми, небось, вызвали там. Еще кого-нибудь. Там в воротах Игорь. Как-то были времена, что Марио Фернандес доигрывал до сборной. Но его что-то взяли, заиграли за бразильцев. Я, ну зай. Хорошо. Сейчас посмотрим, какой из него художник. Азап. Я ну знаю, вот художник, кстати, творится. Оп, шлепнулся. Ай, ну что опять это? Статистика Россия. Мне здесь мне нужна статистика Бельгия. Здесь мне нужна расстановка. Ну что все время приходится переделывать в этих сейвах. В чате болеют за наших. Так. Здесь мне нужна статистика матча, вот так. Давай. Так, а что? Хорошо. Кевин Кампель, он словенец? Сухарян. Что он немец? А он тут. Ну и шо, я ну зай, не художник, да? Ну вот смотри, что сотворил. Оп, и все. Вот так, сборная России. Это смешно. Кержакова покалечили. Дзюба вышел. Вот сейчас опасно будет. Зачем Кижакова покалечили? Вы что творите? Лучший бомбардир. Бомбардир, да. Вот, художник, я ну знаю, что творит. Дебрюйне, оп, как катнул, надевает Лукаку, ну штанга, ну повезло сейчас. Сборная России. О, знаете игрока по имени Домен? Фамилия Чернегош. Что? Что там за Суля несет? Чернегош. Короче, меня в гол завел. Это Домен Чернегош. Ну, видишь, Домен у него. Слава. Чернегош какой-то у него там забил. Я продолжаю свою серию блестящих побед. Чернегош меня завел. Ой. Азар. Тебе надо играть усерднее. Понял меня? Понял, Азар, красавец, понял. Так, и сейчас я попробую, да, мне говорят, что у тебя, Янузай, не художник. Вот мы сейчас сделаем.
Так, нет, ты будешь, знаешь, кем? Ты будешь крайний полузащитник, поддержка. Не, давай ты будешь атака. Ты будешь атака. Де Брюйне будет атакующий диспетчер. А он может быть диспетчер атака будет, вот так. Это же его позиция, а ты будешь поддержка. Я травмировал домена, чуть не Гоша атакил. Ну все, лидера команды сюда вывел из строя. Так, значит, замена нужна. Давай Тилманс выйдет вместо Дембеле. Он плохо там играет. Так, вместо Вицеля, значит, выйдет. А Филайни выйдет вместо вот сюда. Ну, Филайни не опорник тоже, но ладно, мне задача-то в том, чтобы заиграть побольше игроков, проверить их в деле. Так, ну что происходит? Кокорина они выпустили. Ну-ка, покажите больше желания. Игорян так, вынес. Мне тут пишут в ВКонтакте. Чернегош крутой, я его в Ливерпуль покупал. Так это мой друг там болеет за голландцев. Ломберт сейчас чуть не привез. Компани. Дебок. Азар. Ну-ка, Азар. Кто там? Так Пошевлюк. Что чатик, я не наркоман, это существующий игрок. Пошевлюк. Ну, не смог остановить. Тилманс, Лукаку, ну-ка пас. Вот так. Ну что, довольно уверенно сборная Бельгии пока смотрится. Так, нужно заменить Лукаку. Уж больно он уверенно смотрится. Так, пас отдал, Добрывна. О, там, кто это? Игорь-то доставал. Это вот этот подвел. Глушак! Глушак подвел. Так, сейчас, подожди. Тут мы должны менять уже игроков. Выдохся, кто выдохся? Дебек выдохся. Дебек у нас играет слева. Слева. Кто может выйти левого защитника сыграть? Не знаю, но мы в Бентеке выпустим вместо Лукаку. Да. Так. Дебек. Хорошо. Кто есть? Аванакер. Там не играет. Может быть, Делаета тогда сюда переведем. Вместо Дебока выпустим Ванакера. Так, Паньоли, ну-ка. По Каньоли. Да, пенальти. А, ну все, Ильич свалил. Сейчас я отыграюсь. По Каньоли выпустим. Хорошо. Так. Перси, давай, бей пенальти. И у нас есть Перейра Караско. Ладно, на его где-то на 70-й минуте выпустим. Вперед, ребята. Сейчас у нас свежие силы вышли. Ван Перси не забил пенальти и добил все-таки мяч в ворота. Кто, Ван Перси? Да. Так нельзя же добивать после собственного промаха. А, ну там отбил этот... Ханданович отбил, значит можно. Это если от штанги, то нельзя. А, ну... Так... Все было спланировано. Дзюба Широков. Ну не, ну так нельзя, надо все-таки слабые ноги тоже указывать. Депай выводит вперед голландцев. Ну как, Депай, дальним ударом что ли выводит? Ну так, обводящим. Ну так. Штрафной где-то. Нормально. Собрался, как и просили. Ну давай, а с кем ты играешь-то, напомни. Словенцы. Ну да, могучая сборная. Могучая кучка. Азар обыграл двоих, ушел, пошел, там Бентеке штрафной, вот так, должен был забить, конечно, там большие вопросы к нашему нападающему, да, у нас есть еще Кованда, да, давай его вместо Делаета выпустим и поставим еще на поле Караско вместо Азара. Весь состав поменяли практически. Вот. Чтобы немножко сборную России повозить. 30 ударов я уже сделал, между прочим. Ну и мне меньше. Словенцы 4. У меня Россия посерьезнее играет. Как ни странно. Ломбец. Так. Все. Да Деврей забил свои ворота на 90 минуте. Вы издеваетесь, что ли? Что вообще происходит? Просто с углового в свои ворота взял, забил.
Ну, видишь, сам же угловой подал, да, если он не зря. Не зря он у меня играл, я подговорил его. А я вот смотрю, да, по технико-тактическим действиям. На что сборная России рассчитывает, да? У нас 87% точных передач, у сборной России 71. Фабио, опомни! Ты видел, великий. Вот сборная Бельгии хорошо начала, уверенно. А тут между тем Босницев предложила 4-1. Вот это да. Так, и что там, мы Леху можем смотреть? Я еще не начал. Я жду вас. Сейчас пойдем Леху смотреть. Так. Я нажму. Я хочу Леху смотреть. Все-таки Азербайджан. Хорошо, что голландцев не смотрели, это ужасно. Ну, 2-2, ладно. Достой. Я надеюсь, что ты подготовился к встрече с Элвином Бадаловым. Что? Лучший игрок Азербайджана. Мало видел эту встречу. О, посмотрите на него. Это милицейская ориентировка просто какая-то, а не человек. Кошмар. Такая некачественная фотография, я имею в виду. Ну и знаешь, тоже так вот. Непонятно кто. Но он, в принципе, неплохой крайний защитник. У меня бы, может, даже пробился бы в сборную. В Бельгии? Конечно. У меня Делает там играет. Смешно. Ну что, Сашуля тоже тут? Да. Не начинает, что ли? Конечно. Давай. О, ты фаворит. 1.57 на тебя. Тут да, против азербайджанца, что у меня все висит-то? Ключевой игрок Лукаш Храдеки? Азербайджан. А почему у меня ничего нету, не идет игра? Команды разогреваются, не знаю. Азербайджан. Я нажал начать игру, а все, во. Так, у тебя вообще не фин ключевой игрок? Пуки. Портепьян. Где он родился? Это у тебя словак ключевой игрок, что происходит? Еременко, ринг. Уронин. Какой медленный, господи. Еременко. Заиграл левых игроков каких-то. Еременко. Похуй пряха. Похуй пряша. Агаев поймал. Это еще Агаев К, значит, есть еще какие-то Агаевы. Вот тут капитан хорошего Азербайджана. Рашат Садыков. Аббасов. Классный. Вагиф. Бадалов. Вот какой пас. Как Кавадов, это армеец, это какой. Рауф Алиев. Хитимай. Хатака. И еще один Алиев. Еременко. Вот какой пас пьет. Пуки. Ну давай, Леха, рожай. В смысле рожай? Ну что, в смысле рожай? Пуки как я у тебя? Вот тебя родил. Агаев! Ну Агаев, блин. Агай по-башкирски это этот. Папа, что ли? Как он не забил сейчас? Ну финны, конечно, молодцы, отец, даже. Отец настоящий. Камран, даже Лама в запасе держит, да? Ну, Томаса Лама. Ойла, это тут самый истерика, что ли, да? Истерика. У него началась истерика. Хаисти. Спарф. Садик есть запасе. Еременко, ёперный театр. Алиев Р. Раушан. Абальцлыев. Бират Садик-то, наверное, еще в садик ходит. Мне не нравится игра. Ты Тайрана Гулиева поломал. Вышел Бадаи Хусейна, вот все, готов. Где игра? Ребята, очнитесь. Спад. Ринг. Смотри, какая перепасовочка в центре. Еременко назад откатил. Правильно, как Ленька учил. Пуки. Еременко. О, не назад. Ой, ну просто супер! Комбинейшн! Пуки-кака. А смотри, Финляндия-то переигрывает Азербайджан по ударам. Хитымаш. Давай. Назад, правильно. Вратарю можно еще было дать. О! Да что это он в офсайде лезет? Ух, я напал. Пахан. Не, перспективный нападающий, мне нравится. Да. Завершение атаки 16, а? Ускорение 16, голова 15. Ну это лучший фаски его. Вот он, пахан, сел, завалился. Там вообще пенальти должен был быть. Да, особенно. В перспективе. Что это не штрафная была. Мой Сандера я где-то слышал, где-то помню такого игрока. А в Дании где-то играет, по-моему. Или в Голландии. Мой Сандер вообще в Палермо сейчас играет. Ну сейчас в Палермо, может, но до этого он играл в Голландии где-то. Да какой классный.
Ринг. Я уже боюсь финнов, они прям. Как владеют мячом на чужой половине поля? Пуки. Каки. Пуки хатаки. Пуки на каки? Да. Ринг. Вот это удар. Ну какой супер буфон стоит в Азербайджане. Причем у них нефтяная вышка даже на поле стоит. Вот сейчас Ахмадов тебя зарядит. Не, ринга так просто не пройдешь. Пуки разгоняется. Хусейнов. Агаев. А, Пуки, кстати, за Шальке играл. Может, Пуки сейчас... за Шальке. Да. О, так посмотри. Пуки тоже один из лидеров команды получается. Хатака. На Пуки. Да, Пуки там даже без. О, Пуки. Пуки! Голясо! Этот гол сделал Пуки. Мой Сандер в Аяксе был, ну я же говорю, где-то в Голландии играл. Этот гол сделал Пуки. Чё ты видишь, что сейчас тебе так будет залетать скоро? Плей-оффе встретим. Что, Лёха, осмелел, да, уже Финн? 1-0 с трудом Россия одолел, ну как-то... 2-0! 1 написано, 2-0. 2-0 я выиграл. Не засчитали тебе второе. Засчитали мне все. Ты просто... Просто не досмотришь. Я просто туда смотрю. Не, напишите, подписчики, какой был счет Россия, Бельгия. Это не Финляндия, а какая-то Барселона пишет. Это Финалона. Ну вы извините, че. Леха, молодец, да, команда сделал. По технико-тактическим просто бог. И Рюбенко. Вот так. Еще я видел где-то это. Он наигранная комбинация. Я его меняю, короче, это не игрок, это вообще космонавт какой-то. Вот он, надо было второго Еременко брать, на всякий случай. Нет у меня второго Еременко. Он был не против. Каспер Хамалайнин вышел. Да молодой, да? А я откуда знаю, кто он? Хачи Ахмадов. Ну как молодой? 29 лет Хамалайнин. Хачи. Двух Хачи уже покалечил. Молодец. Ох, это Машка. Вообще убийца. Ева играет. Спарф. Уже он вечереет, финны до сих пор не могут. Пустые зайти. Стадионы. Так все водку пьют, блин. Это один Леха тут набрал 11 человек, как это играете, футбол. Похан Пахо, все. Хамалайня, вот это пас, Еремыка так не умел. Уронен, Спарф, это у тебя пас, помнит. Пас, да? Давай, прострел, удар, гол, давай. Мне надо покатать, пуки-каки. Каталка, вот Хаймалайнин, вот это нет, пуки. Вот вышел. А Хамалайнин передачку тогда дал, а? 2-0. Если бы Еремик, он опять упал бы, как медведь. Каки, 3-0. Пуки. Ну все, Леха тренер вознесет всех на этом, на ее. Блин, уверенно, конечно. Азербайджанский буфон не выиграл. Славянцами там. Пойду поднатарею в тренерском мастерстве, а то вы какие-то профи. Будет ли, пополнит ли Голландия список команд из Газовик, Бояры и Сакидов? Так, пас давай. Главное валийцев обыграть. О боже. Да как он не забил? Плохо я напала. Кто ты там? Леха лучший. С детства за Леху. Пуки. Пахан Пахо. Валятся все с ног. Пуки. Кроме пуки не валятся. Хамалайнин! Хамалайнин, вторая голливудчика. Нет, ну, турецкий, узбекский буфон, вернее, азербайджанский. Армянский? Азербайджанский буфон. Ой, азербайджанцам не понравится, что их перепутали с армянами. Пират Садик. Рики Риски. Так ты что замены-то не делаешь? Ты товарняк. Делаю. Выпускай, чтобы риски минимизировать. Я все делаю, вы че, ребят? Рики Риски. Кстати, этого Лода заиграете живой, первый раз вызвал. Да Лод, херот. Лода 0 матчей. Блин, мне, короче, так неудобно, надо через общую тактику смотреть, потому что я не понимаю, кто у меня, на какую позицию идет. Лод, херлот, понимаешь? А для кого сделали маленькие кнопочки с буквой И? Ну, причем здесь И? Ну, информация. Мне же надо понимать более развернуто. Куда уж развернуто? Мне кажется, что Лёхин нападающий пухой пряжа будет лучшим бомбардиром Евро. У меня есть сложная девятка. О,
Хайсти, защитник DC United, нарушил правила. Все. Так, Лот. Все, Леха, ты проиграл. Кто это? Якублу бьет. Элтун Якублу, центральный защитник, и забил гол. Тоже какая-то милицейская ориентировка. Из Карабаха, кстати. Ай, хер с ним, короче. Все, Леха пропустил. Режим нытье он. Я пока эту замену менял, там уже пропустил, блин. Первый удар в створ между зрачи. Все-таки пропустил, Манданда. Все-таки пропустил. Да, я так не играю, если честно. Так, слышь, а где Яскилайнен? Ты вообще рассматривал? Кто? Вратарь, Юси Яскилайнен. Не я было вот его, он закончил уже карьеру, небось. Яске. Так, Яскилайнен. А, да. Тренер вратарей закончил в прошлом году. Эх, ну что ты творишь, убожество в воротах? Это твой Буффон, градец. Отвратительно, надо менять что-то. Мне не нравится. Уранин. Ну-ка стандартный. Ну, финский пилла. Уранин, он как-то с урином связан? Уринотерапию проводит для соперников. Хотя в этой игре скорее для партнеров. Риски. Хамалайнин. Ну вот же, открывается на дальний, что он ему не дает? Риски. Риски. Ну, что это такой садик какой-то у тебя? Что ты, каких игроков, ты их по фамилиям набирал, что я говорю? О, садик, пуки, возьму, понимаешь? Яскилайнена не возьму, слишком сложно. Риски. Пуху и пряжа, вот это подходит. Алхо. Кстати, больше скажу, там есть Алхо и Ахо еще. А где Ахо выпускать? А вот защитник центральный, защитник. Давайте. Хатака. Хачиев. Манафов. Все. Азербайджан почти победил. Один удар в сторону ворот. Финны 13. Азербайджан. Жаль, ты, конечно, отменил матч. С кем там? С Англией? Я отменил. С Англией, да. Эх. Азербайджан. Финляндия, Англия. Смотрели бы. Блин, лучше бы я за Турцию играл. Че, Бельгия так легко? Камбэк арбузятников. Золотой арбуз этому молодому человеку. Так, короче, мне не нравится, как... Вот, посмотри, посмотри! Армяне тоже проиграли 1-2, и Уэльс победил. Брэд Шоу, между прочим, два гола забил. Человек, который играл на пятерку, 5-0, 5-6-10. Потом 5-9, потом девятка, потом ему здесь пистон ставили, видимо, после этой игры. Чернегоша, посмотрите, Чернегоша.